Бэкст! Он там! Быстрее туда! Всем привет, ребята! Сегодня мы поохотимся на небольшую рыбёху, а именно на акулу. Вы посмотрите, вон она проплывает рядышком с нами. Вот она какая здоровая. Она уже тут разрушила кучу лодок, она уже куча людей съела. Она просто безумная какая-то. Все дело в том, что мы будем сейчас садиться на лодки, брать оружие и выезжать за этой акулой, чтобы получить ее зубы. Зубы очень дорогие, мы на них можем покупать различное обмундирование, допустим, мы можем купить базуку, автоматы, АК, есть даже начальный автомат, который стоит 0 зубов, но мы также можем покупать еще и различные корабли, лодки, воздушные подушки, здесь даже пиратские корабли за 150 зубов. Итак, ребят. Сейчас выбирается человек, который будет акулой. Акула выбрана. Теперь нам необходимо выбрать средство передвижения, на котором мы будем охотиться за акулой. Есть вот такие яхты, есть даже вот такая утка. Но так как я нищеброд и денег у меня нету, я могу подсоединиться к тем, у кого есть лодка, нажав кнопочку Join вот здесь вот. Но если ты хочешь поплавать один без какой-то команды, пожалуйста, там есть какая-то деревянная фигня, на которой тоже можно плавать. И вот мы вышли в море, правда, на какой-то деревянной какахе. И, кстати, я не один, а с помощником. Он, конечно, немножечко опрофанился, потому что он хотел выбрать другую лодку, но вот выбрал шлюпку. Ну что ж делать, придется плавать на ней. Надеюсь, мы как-нибудь вывезем. А может, мы перепрыгнем вот сюда? Мы же возле нее проплыли, что я протупил. Давай, прыгаем сюда. Как бы меня сейчас акула не сожрала. Эх. Дружище, есть, переплыли. Садимся за руль, потому что чувак что-то не хочет рулить. Попробуем к Супер Делюксу доплыть, пересадить его, потому что он один не жилец. Давай, садись. Ну же. Есть. Ну все, теперь можно сказать, что у нас команда. Три человека, это уже, в принципе, полноценная группа, которая способна замочить акулу. Я тоже достану сейчас пушку. Вон там он, акула, возле острова прыгает. Посмотрим, как мы. Йоу, надо валить отсюда, надо валить. Давай, лодка, разворачивайся. Да блин, кто там выпрыгнул? Тебя сейчас сожрут, нафиг. Давай, залази быстрее. А сейчас она может приплыть к нам. Так что поехали отсюда нафиг. Вон она прям под водой. Она прям может сейчас нас съесть. Ай! Да почему так неповорачиваемая эта лодка? Я еще сижу внутри. Меня может спасти только чудо. Я выпрыгиваю сейчас с этой лодки. Так, где акула? Акула, вот она. Ах, она меня сейчас может спалить. Ножи, попробуй съесть меня. Где акула? Я не вижу. Не вижу ее. Вон она выпрыгнула. Ох, как я по ней хорошо попал-то. Вместе с Супер Делюксом. Сейчас она нас грохнет. Из-под дна выпрыгнет. Блин, ей чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, и у меня перезарядка. Ай-я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 й. Стреляй по ней. Воу. Как... Чё, все? Блин! Меня накрыло, короче, своей же лодкой. Да ёшкин кот! Чуть-чуть буквально оставалось. Мы сейчас поплывем на пиратском корабле. Попробую, кстати, с этих пушек пострелять, которые у него есть. Но мне просто кажется, что это как дизайнерский рисунок, и с них пострелять не получится. Но посмотрим, что из этого выйдет. Так, ребят, мы на пиратском корабле. Отлично. Сколько нас человек? Нас трое. И вот еще один там плавает, не может запрыгнуть. Ладно, придется его, наверное... Да, ребята не собираются его... Вон, лестница же есть, сбирайся. Лестница есть, давай, поднимайся. Быстрее. Нам нельзя... Куда ты пропал? Нам нельзя долго стоять. Ух ты ж, нифига, все-таки из пушек можно стрелять? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как с пушек-то стрелять? Вот как с пушек стрелять. Все, понятно. Смотрите-ка, реально, с пушек-то можно стрелять. Офигенно. Так, акула, где ты? Я тебя не вижу. Особенно ночью вообще нифига не видно. И нам нельзя стоять. Мы очень легкая мишень, когда стоим. Блин, кто-то встал со своего места и нас просто швырануло куда-то. Воу, вот она, акула.
И сейчас нам крындец будет. Уху-ху, я на своей сидульке. Я на своей сидульке просто улетел. Стреляем по ней, пока она нас не видит. Где акула-то, где акула? Вон она. Чуть-чуть осталось. Есть! Наконец-то! Я вот так вот на своей сидульке прострелил акулью голову. Ну, не только я, там еще пару человек мне помогало. И вновь мы попробуем одолеть эту акулу. Здоровую, кровожадную, голодную акулу. Я сел уже не за пушкой, сел поближе к носу. Надеюсь, в этот раз мы быстренько разберемся с акулой. Вон она, кстати, вон она уже порушила один корабль. Блин, и кажется, там сейчас еще и человек тоже она сожрет. Он прыгает и... Живучий чувак. Чувак, по-моему, акула просто по нему попасть не может. А мы по акуле будем пока стрелять. Все? Нет, живой, он плывет к острову. Не знаю, сможет ли он доплыть до этого острова. Стреляйте. Ух ты ж. Ух ты ж, нифига себе, акула застряла просто в этой лодке. Вы посмотрите, что происходит. Она застряла в этой лодке. А эта лодка еще нас пытается опрокинуть и перевернуть. Ну фух, все обошлось. Мы одолели эту акулу благодаря тому, что она застряла в лодке. И плюс 20 зубов нам дали за эту акулу. Давайте посмотрим, что мы можем купить за 50 зубов. Из оружия ничего нового мы не можем купить. А вот лодку вполне можем вот такую вот себе яхту позволить. Пока только яхту можем себе вот такую позволить, но что-то я не хочу ее покупать. Итак, мы теперь оказались в утиной лодке. Она очень шустрая, как мы помним, но очень неуправляемая. Ух ты ж, уху-ху, как она пролетела-то мимо нас. Достаем стволы, быстро стреляем. Стреляем, ребята. А я опять на седухе остался. Да блин, где... Ай... У меня почему-то со стволом проблемы какие-то были. Быстро нас съели. Ух ты, мы оказались на воздушной подушке. А вот на ней-то мы тоже сейчас погоняем и попробуем замочить акулу. Вау, как мы дрифтуем-то, вы посмотрите, тут просто какой-то спиннер крутящийся. Водяной. Так, блин, ночь. Очень плохо, что ночь. Нифигашеньки не видно. Мы можем просто профукать или мимо акулы проплыть. На такой-то скорости. Так, кто-то стреляет. Нет, там акулы вроде нет. Ай-яй-яй, хватит так кружиться. А то я сейчас сознание потеряю. О, наконец-то рассвело. Давайте отдалим, посмотрим, где может быть акула. Я ее вообще не вижу. Акула, выходи. Только где-нибудь рядышком выходи, а не прям на нас. Короче, мы так и не дождались акулы. И поплыли открывать подводную охоту. Я слышу звук, что где-то акула рядом. Правда, у нас кислорода совсем нема. И мы можем задохнуться, поэтому пора всплывать. Блин, быстрее. Наш пузырик воздуха совсем уже мал. Фух, вроде успели. Где же акула-то? Кто-то по ней стреляет. Кто-то ее нашел, кто-то увидел. Неужели она где-то тут? Вот она где спряталась. Красотка. Давайте быстрее, ребят. Есть. Спряталась акула. А мы ее нашли. Есть. Меня выбрали акулой. Сейчас-то я отведаю мясца. В общем, мне показывают, что мне нужно есть все, что я вижу. А также вот такие вот лодочки в первую очередь мне надо хомячить. За каждого съеденного игрока я получаю плюс 5 зубов. Угу. Вот такие вот значки будут показывать, что там плывет лодка. Вот такие значки показывают, что там плывет человек. В общем, все, в принципе, ясно. Ну что ж, попробуем. Попробуем похомячить. Так, где я есть? Где я есть? Как плыть? Оу, как ей, оказывается, сложно плыть-то. Я здесь полностью управляю мышкой, ребята. Так, открылись решетки. Вон, вижу человек. Вижу, человек там плывет. Сейчас мы его съедим. Где-то, иди ты сюда. Блин, да, получилось. Кто-то по мне пострелял, даже умудрился. И есть! Лодочку, еще одну лодочку. Давайте. Уже, по-моему, две лодки перевернул. Здесь еще одна есть. Вот так вот. Ох, как это вкусненько. Блин, по мне стреляет, конечно, очень больно. Где люди, которые стреляют по мне? Иди сюда. Есть. Один готов. Еще один где-нибудь тут есть? Плавающий человек.
Что у нас еще? Где кто стреляет? Вон, вижу лодочку. А ну иди сюда ко мне, лодочка. Опа! Ох, как это было больно. Кто по мне стрельнул? Я думаю, что тут кто-то еще есть. Так, вижу. Вон в той стороне. Включаем нитро. Просто на всей скоростухе. Ай-яй-яй. Ай, больно. Сейчас там мы съедим вас. Так, по-моему, я сразу нескольких съел. Кто-нибудь выжил? Видел, что там кто-то был. Что кто-то выжил. Вон он. Вижу тебя. Красные огоньки. Сейчас я тебя тоже съем. Ай-яй-яй, больно стреляешь по мне. Хочешь уплыть, но нифига. Иди сюда. Есть. Готов. Так, где еще один? Вон там вижу. Вот здесь кто-то плавал тоже. О, вот, уточка. Уточка успел от меня скрыться. Где ты? Есть. Готово. Девочку съели какую-то. Ага, это был руль. Воу. Где еще? Надо выплыть, посмотреть сверху. Вот тут вижу. Давай. Опа, готово. Долго плаваю и все, до сих пор не могу найти, где спрятались эти чижи, рыбаки, блин. Притаились где-то. Опа. Что это, уточка? Блин, пустая уточка. Ну ладно, все равно ее съедим. Блин, даже мои сенсоры ничего не отображают. Я не вижу ни одной лодки плавающей. Хотя, смотрите, вон вдали там значок какой-то был, да? Да. Вон там, вон за островком спрятались. Ага, все, я вас нашел. Сейчас-то я вас съем. Сейчас под островком проплывем и как вынырнем у них прямо из-под ног. Хлыбыщам нам. Там тип, короче, ехал такой спокойный на релаксе. И тут хопаново, и у него пол задницы уже кто-то откусил. Слушайте, ну по-моему этот водила еще живой. Стреляй даже по мне, где ты спрятался? Иди сюда. Дай-ка я тобой закушу. Опа, есть. Все, съели всех, ребята. Всех просто схомячили. И дали даже бейджик. И давайте на этом, ребята, закругляться. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, ведь это очень важно. Вам спасибо еще раз за просмотр, всем удачки, пока и до нового видео.